Магаданский областной центр образования номер один. Здесь для учащихся 8 классов открыли новый предмет – промывальщик геологических проб. По этой специальности воспитанники интерната будут обучаться в течение 2 лет. Ученикам будут выдавать удостоверение по дополнительному образованию с возможностью получить разряд. Закончив обучение, выпускники смогут трудоустроиться по достижению 18 лет. В рабочую программу включены не только, например, сегодня именно как промывание, да, что не только практическая часть, это и знакомство с ископаемыми полезными нашей области, да, это и познакомиться с нашей природой, и самое главное, это сегодня это профориентация по профессии геолог и геологоразведки. Поэтому я также в надежде, что сегодня Магаданский политехникум протянет также руку, который будет принимать наших учащихся после 9 класса на дальнейшее обучение наших ребят. Важный фактор обучающего центра – это трудоустройство и социализация учащихся. Реализуется возможность заинтересованности учеников к различным походам в краеведческие музеи и встречам с сотрудниками научного института. Подобные меры повлекут за собой интерес к личностному развитию и возможность получать достойную заработную плату впоследствии.